мульхака фи хаза аль-баб. Глава о еще о некоторых вопросах, которые можно разобрать в книге или в главе о гусле, перед тем, как переходить в главу о таяммуме. Говорит первая глава, мин муджибат аль-гусль аль-хайд ван-нифас. То, что если у женщины происходит менструация, хайд или нифас, послеродовое кровотечение, то она обязана взять гусль. Это первый вопрос. Халя имам ан-Науи фи шарх аль-мухазар. Сказал имам ан-Науи, аджма аль-улама аля вуджуби аль-гусль би сабаб аль-хайд ва би сабаб аль-нифас. Ученые единогласны во мнении, что если у женщины произошел хайд менструация или нифас послеродовое кровотечение, то гусль ей брать обязательно. Ва мимман накаля аль-иджма фихима ибн аль-Мунзир. И из тех, которые передали единогласное мнение в этом вопросе, Ибн аль-Мунзир ва Ибн Джарир ат-Табари, так ва ахарун, а также другие. Культу говорит шейх Мухаммад Хизам, ва далил аля залика каулиху тааля, довод на это слова Всевышнего, ва ля такрабу гунна хатта ятгурна, не приближайтесь к вашим женщинам, когда у них менструация, так или послеродовое кровотечение. Пока они не очистятся, видишь, фаида татахарна, но когда они очистятся, фаату гунна мин хайса амаракум Аллах, то можете приходить к ним так, как вам разрешил Аллах. Ва нифас хайд мучтама. А нифас, это что такое, говорит, послеродовое кровотечение? Это тот же хайд, просто в большем объеме. Понятно ли нет? Дальше.